Студенты Казанского федерального университета продолжают осваивать дистанционный формат защиты выпускных квалификационных работ. В Институте вычислительной математики и информационных технологий КФУ онлайн-формат никого не пугает. Здесь такая система отлажена на 100%. Конечно, был некий испуг, как получится организовать, поскольку это кульминация всего учебного процесса, защита выпускной квалификационной работы. Но проведенные защиты показали, что и ребята, и члены государственных экзаменационных комиссий, в общем-то, не столкнулись с серьезными техническими сложностями, не было срывов. И такой формат имеет место быть. Просто когда это все проводится в очном режиме, это более торжественно, конечно же. Да? То есть, ну, нельзя заменить очное выступление вот на такое дистанционное. Это просто как вынужденная мера. Все студенты показали себя очень хорошо, оценки положительные. Большая часть работ ориентирована на использование средств вычислительной техники. А это значит, что дистанционный формат никак не отразился на выполнении технических задач. По федеральным требованиям в течение дня, возможно, защита в одной комиссии не более 12 человек. Поэтому мы постарались обеспечить меньшее количество каждый день, для того, чтобы и членам комиссии, и ребятам, ну, было достаточно комфортно выходить на связь. И если вдруг возникали бы какие-то технические неполадки, чтобы оставалось время для того, чтобы каждый студент мог в течение этого дня защитить свою работу. Все это обеспечило высокое качество защиты квалификационных работ и достойные оценки. К слову, в этом году обладателями красных дипломов станет большая часть выпускников. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.